В новом кодексе об административных правонарушениях появится штраф для водителей в 50 тысяч рублей. 30 тысяч рублей придется заплатить автолюбителям за отказ проходить освидетельствование на предмет опьянения. Таких нарушителей также будут лишать права управлять автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет. Размер штрафа может увеличиться до 50 тысяч рублей, если в салоне машины был несовершеннолетний ребенок возрастом до 16 лет. Срок лишения права управления транспортным средством в этом случае варьируется от 2 до 3 лет. Сейчас документ находится на стадии публикации, обсуждения текста и проходит антикоррупционную экспертизу.